Приди и рассмеши людей, но главное на бурятском языке. Это девиз ставшего уже традиционным в республике конкурса юмористических рассказов. Его главная цель остается неизменной – популяризировать изучение родного языка среди жителей Бурятии, а также раскрыть молодые таланты. Никаких возрастных и национальных ограничений нет. Принять участие в конкурсе может любой желающий, а таких по опыту предыдущих лет немало. Бурятский язык, он в плане юмора очень тонок. Вот если перевести на русский язык шутку на русском языке, она совершенно не прозвучит. И вот в этом плане и заключается вот заинтересовать прежде всего молодого человека к изучению родного языка. То есть вот там прямо в зале я видел, как сидят молодые люди, друг друга толкают локтем, там как переводится это слово, как это слово там. И таким образом идет процесс обучения языку прямо в зрительном зале. В этом году организаторы разделили конкурс на два этапа – для рассказчиков и писателей. Отборочный тур состоится 4 марта для улан-удэнцев и 5 для жителей районов Бурятии. 6 марта пройдет гала-концерт, где и будут выбраны победители. Отмечу, главный приз – 30 000 рублей.